Погнали, все. Погнали. Ты научился делать быстрый старт. Ты научился делать быстрый старт, я вижу. Чему-то. Да блин. У меня вообще сейчас 40. Ты куда летишь? Я F1 забыл. Я забыл вертикалку включить. Опять коробки эти прогнутые. Да-да-да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет. Я, кстати, хотел в красоте. Нет. Всем привет, с вами Неон и Андре. Да, всем привет. Все глохли. Наши брат Панта. О, а что ты их заорал аж? Потому что... Ой. Потому что мы... Это экстрим, все. Погнали, все. Погнали. Ты научился делать быстрый старт. Ты научился делать быстрый старт, я вижу. Ты раньше его всегда игнорил. Никогда его не делал. Я забыл вертикалку включить. Ладно, потом. Ну, правильно. Зато теперь я тут на первом месте. Видишь, когда решает только... Наоборот должно быть. Чё так? А, о! Ты включил, подожди, ты не включил. Да. У меня это 89. Ну, у меня 40. Почему-то. Да блин. У меня вообще сейчас 40. Ты куда летишь? Я F1 забыл. Я сам же блинкнул, смотри на него. Вот там. Да нет, ну я тут побуду, мне в принципе не жалко. Вот. А теперь поичапали. А, мы уже взяли 8 чекпоинтов, кстати. А, 53. Ну, ну ладно, нормально. Да. У-ху. Тут писали ворота. А знаешь, что тут была толпа, сейчас все типа, прорезались в эти бордюрчики. Не, ну такие широкие ворота. Ну, не знаю, я думаю, кто-то бы нашелся, кто врезался. Смайлик, смотри, смайлик плачет. Где? Не знаю, я пытаюсь выключить воображение, что это смайлик плачет. У меня не особо получается. Ладно, я тогда сюда пойду. И тут бустер с моей стороны, да? Нет. Быстро нет бустеров. Опять коробки эти проклятые. Да-да-да. Почему проклятые? Я в прошлый раз сломал. А, да-да-да, я помню, ты упал еще там. А потом они не ломались. В моем последнем ролике. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет! Я, кстати, хотел по красоте. Взорваться, и у меня получилось. Главное, хотите верить в себя. Так. Подожди, а если прям со старта W, нет, не работает. Да блин. Мы Человек-паук. По крышам прыгнем. А, я Человек-падук. Пошел падать. Тодники, моя стихия. Человек-тук. Да. Я, кстати, любил брать скилл-тест на панты и проходить ее с помощью приоза. Мне прям нравилось это. Ну, проходил. Я не помню один скилл-тест, которого так и потом не прошел. Ну, тоже мелкая и круглая. Да, и бесполезная. А, ну-ка. Ой, не падай. Мелкая. Ну, она старается на толку. Мелкая крыс. Так, так. Я думаю, невидимая платформа, ну ладно. А по-моему, я ее вижу. Оху. Так, так, так. Так, как... А, ты там что-то как-то это учапал? Так, где я тут? Где я тут? 20 чекпоинтов. Я еще успею так, да? Догнать? Тут не было то ли бустера? Нет. Честно? Чеснок. Ладно. Чеснок я люблю, я не вампир. Вампиры любят чеснок. Ай, вампиры. Анти любит. Анти любит. Знаешь, это экстремальный вампир. Знаешь, есть экстремальный туризм там, а есть экстремальный вампир. Всем привет, сегодня я буду есть пирог с чесноком. Вампир. Да. Нет, вампиры я есть не буду. Хотя, может быть, они и вкусные были бы. Но ваша... Ай-яй-яй-яй. А ты так быстро проехал тоненькую? Угу. Ты обычно не так не делаешь. Я не знаю, что со мной. Я вижу, что скилл поднялся у тебя. Да блин, я не могу заехать на... Что это такое? О. Нет, ну нет. Я наорал и заехал. А, это так работает? Нет. Можно я тоже подключу? Ну попробуй.
Ехай, мразь такая, ехай. Да, получилось. Призываю этого КПС. Крикомена, да. Крикомен. Куда я еду? Я хочу посмотреть, куда ты не мог заехать. Мне прям было интересно. И вопрос, куда я теперь еду? А, ты где-то далеко. Я поехал. Подожди, а куда ехать-то? Подожди. Я не помню, что там было. Я ехал по дороге, а, на лесенку. А, логично, что. На лесенку. Да. Господи боже. Лесами, дворами хожу. Так, не ускоряемся. Я бы улетел. А что, у тебя неужели так прям все по маслу идет? Я один раз упал. Ты вообще не ошибаешься? А. Все, все. То есть ошибки это все не твое. По виду. Что за это? По видлу? Да. У некоторых есть видло, а если есть тупаш, то будешь по видлу. Кто-то такой, яблочное варенье или по видлу? Что вы будешь? Ой, я упал. Интересный вопрос. В чем разница? Я маленький. Яблочное варенье или повидло. А, повидло это есть яблочное варенье? А? Нет, это другая вещь. А почему ты говоришь, нет разницы? Нет разницы того, что оно, оба они из яблок. Ну да, я говорю, поэтому это одно и то же. Ну, варенье с сахаром, ну. А. И оно невкусное. Вот если бы ты сказал яблочное повидло или яблочный компот. Компост. Компост, не надо компостить. О, все, отлично. Не-не-не-не-не, не падай. То я тоже перестал ошибаться. Я помню. Я тебе заговорил. Ой, я упал и взял чекпоинт. Наоборот, я взял чекпоинт и упал. А разница, это как повидло им яблочное. Ну если бы я упал и не взял чекпоинт, я бы не взял чекпоинт. Нет, если ты упал, взял чекпоинт, или взял чекпоинт и упал. Ну если я падаю в чекпоинт, то я взял его. Я забыл. Ключевой момент чекпоинт. Я понял. А, где мы? Ускорение. Нет. Ускорение свободного падения, я понял. А, и мне задом заспавнил. Теперь я буду шарахаться, я понял. Перед каждым поворотом. Тут не поворот. Где-то ты там улетел. Тут не поворот, тут прям прямо. Тут не поворот, тут прям прямо? Да, прям прямо. Прям прямо, ладно. Опа. А потом там серая труба, черная труба. Я буду думать о черной трубе и не падать. Которая круглая, не круглая. Так. Наверное, где-то здесь улетел. Нет, вряд ли здесь. Круг не круглый, а вечер наступит на меня через 50 минут. Нет, круг, кстати, круглый. Я его спрашивал. Нет, вот этот именно, он угловастый тут. Как многоугольник. А, я понял. Вот это круглые колеса. Крыщ. Что за геометрия давай началась? Дальше. Ну-ка, не надо геометрию. У нас это познавательный. Как я упал по чекпоинту? Да, все. Чем мы дальше? Чем мы это? Чекпоинт это. Как это называется? Это. Ну, поинт это рисовать. Я забыл, как называется. А чек проверяй рисовку называется чекпоинт, понимаешь? Проверяй точку. А, да, то проверяй точку. А ты тестируешь точку? Потому что если нет! Ты тестируешь, то она тебя протестирует. Молодец. А я только до твоего бустера доехал. Я даже не заметил, я думаю, это чекпоинт. Смотрю на карту, это финиш. Да?